Изуродованное тело подростка нашел местный житель, который вызвал полицию. Моя собака несла что-то в зубах. Когда пригляделся, понял, что это рука. На пальце было кольцо. Полиция начала расследование. Следов насильственной смерти нет. Правой руки не было. На груди следы укусов животных. Подозреваемых у нас нет. Если это убийство, виновному грозит от 12 до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок. Мэр села говорит, что девочка жила с бабушкой, дедушкой и матерью, страдающей психическим расстройством. Семья находится на учете у местного социального работника. Она часто уходила из дому, потом возвращалась. Оба ее родителя страдали психическими расстройствами. Отец умер. У девочки таких проблем не было. Открыто уголовное дело. Судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти.